Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Оля Рейнбо. Меня зовут Ольга. И сегодня мы с вами сплетем вот такую вот очаровательную, замечательную березку. Плетение довольно легкое, быстрое. Плести мы будем на рогатке. Идею плетения этой фигурки мне подсказала одна из моих подписчиц, Катюша Ревина. Катенька, спасибо тебе огромное. Она мне прислала фотографию и подробное описание по созданию ее. Если вы также любите создавать новые фигурки, вы можете написать мне в личном сообщении, скинуть фотографию, и я рассмотрю обязательно это сообщение и, возможно, сниму в одном из моих видеоуроков плетение вашей фигурки. Итак, давайте приступим. Для плетения березки нам понадобятся резиночки вот такого вот салатового цвета, белого и черного. Как всегда, количество резиночек вы сможете посмотреть в описании под видео. Итак, давайте приступим. Подготовим рогатку и начнем с плетения верхней части березки, вот этой вот зеленой части. Возьмем первую резиночку зеленого цвета, накинем на правый столбик и прокрутим 3 оборотика. Раз, два, три. Сейчас мы проплетем цепочку, которая у нас будет состоять из 5 звеньев, то есть мы проплетем 5 пар резиночек. Накидываем первую пару на 2 столбика и скидываем нижние резиночки с правого столбика. Так, опускаем немножечко вниз, проплетаем вторую пару, скидываем по паре резиночек с правого и с левого столбика, снова опускаем резиночки. Затем проплетаем третью пару, скидываем резинки, так, проплетаем четвертую, и пятую пару. Итак, мы уже цепочку проплели, затем мы перекидываем резиночки с правого столбика на левый. Так. И сейчас заведем вот в эту самую первую петлю, которую мы накрутили резиночку 3 оборота. В нее заводим крючок и накидываем эти резиночки на правый столбик. Так. Резиночки на левом столбике мы опускаем пониже, они нам пока не нужны будут. И проплетаем снова цепочку из 6 пар резиночек. Накидываем первую пару, скидываем резиночки с правого столбика, так, опускаем. Затем проплетаем вторую пару, скидываем по паре резиночек с правого и с левого столбика, опускаем. Третью пару, так, скидываем резинки, четвертую. Пятую. И шестую. Так. Затем мы накидываем снова пару резиночек. И на эту пару резиночек мы скидываем все резиночки со столбика. В одну пару резиночек с правого столбика и 3 пары резиночек с левого столбика. Так. Снова накидываем резиночки. И скидываем по паре резинок. Вот такую вот половинку нашей березки мы сплели. Мы сейчас сплетем и вторую половинку. Для этого мы перекидываем резиночки с левого столбика на правый. И снова заведем крючок в петлю. Так, накидываем на левый столбик. И проплетаем 5 пар резиночек. Накидываем первую пару. Скидываем резиночки с левого столбика. Проплетаем вторую пару. Скидываем по паре резиночек. Так. Затем третью пару. Четвертую.
и пятую пару. Так, проплели. Затем перекидываем резиночки с левого столбика на правый. Давайте развернем. И находим снова эту вот петлю. Заводим в нее крючок, накидываем на левый столбик. Так, тут должно быть 3 резиночки. И проплетаем все резиночки на правом столбике. Мы опускаем пониже и проплетаем 6 пар резинок. Накидываем первую пару. Скидываем резиночки с левого столбика. Проплетаем вторую пару. Скидываем по паре резиночек с правой и с левого столбика. Так, затем третью пару. Четвертую. Пятую. И шестую. Вот, 6 пар резиночек мы проплели. Затем накидываем снова пару резиночек и скидываем 4 пары. Одну пару с левого столбика и 3 пары резиночек с правого столбика. Раз, два, вот третья пара. 3. Опускаем, снова проплетаем еще одну пару и скидываем по паре резиночек с правого и с левого столбика. И вот, давайте посмотрим, верхнюю часть березки мы уже с вами сплели. Осталось нам проплести ствол. Будем плести из белых и черных резиночек. Возьмем 3 резиночки белого цвета. Накидываем на 2 столбика. И скидываем все резиночки справа и слева столбика. Вот, перекинули. Затем мы берем пару резиночек белого цвета. Накидываем и одну резиночку черного цвета. Так. Скидываем нижние резиночки. Опускаем. Затем проплетаем только белые резинки. Снова берем 3 резиночки. Накидываем. Скидываем нижние резинки. Так, опускаем. И накидываем черные и белые, то есть одну черную и 2 белых резиночки. Скидываем нижние белые. Так. Затем проплетаем только белые резинки. Скидываем резиночки из 2 столбиков. И проплетаем черную и белые. Так, одну черную, 2 беленьких. Скидываем нижние резиночки и проплетаем уже последние белые резиночки, 3 штучки. Так, накидываем, скидываем, и затем берем уже последнюю резинку, накидываем на 2 столбика, скидываем на нее наши резинки. Так. Перекидываем эту резиночку на крючок, снимаем с рогатки и затягиваем петлю, продев одну резиночку через вторую. Так, давайте эту резиночку спрячем под резиночки. Вот так вот заведем крючок и спрячем эту петлю. Давайте развернем, поправим. И вот наша березка уже готова. Надеюсь, видео всем понравилось. Не забывайте ставить пальчики вверх, оставляйте свои комментарии. А я сейчас хочу перейти к нашей рубрике «Передай себе привет». Дорогие друзья, все, кто хочет услышать привет моей рубрике «Передай себе привет», у меня открылась новая возможность оставлять комментарии под видео. Но только вы должны указать хэштег «Передай себе привет». Да, я вам зачитаю этот приветик. Основную часть приветов я зачитываю из моей группы ВКонтакте с темой
обязательно передай себе привет. Ссылочку вы сможете найти в описании под видео. То есть они у меня идут первоочередные в самом начале. А комментарии под видео я уже зачитываю в конце этой рубрики. Итак, передаю привет Насте Трофимовой и поздравляю с днем рождения. Летит привет Алине Терентьевой. Привет самому лучшему папе в мире Виктору, а доченьке Ане. Передаю привет Агаевой Малек. Передаю привет другу Андрею Лукашову из города Курганинск. Летит привет Настюше Визул и коту Хэппи. Летит привет Марине Вольской и привет и поздравления с днем рождения для подружки Карай. Передаю привет Алисе Алихову, Камиле Эмировой и лучшей подружке Вики. Привет летит Лерочке Музыченко. Летит привет Александре Пичугиной. Привет Эльмик Эдель. Летит привет лучшей подружке Кате Алиферцевой, маме Наташе Черкасовой, папе Андрею Черкасовому и 15-й школе большой огромный привет. Привет летит Алине Мусаевой, маме Бермет и папе Айбеку и самому лучшему и любимому братику Шакиру. Передай привет Чернеге Лере и Тане Платуновой. И также летит привет Зеленогорской школе 6 А классу. Привет Руслане Отлягузовой, Даше Гильдыевой, Даше Никитиной, подружке Насте, Лиле Каминской. Привет будущему 6 Б классу города Днепропетровск, новое название город Днепр, школе номер 140 и подружке Диане Хариной. Привет Александре Шилковой. Передаю привет брату Антону, 3 А классу, 35-й школе в городе Воркута. Летит привет Ане Чачой, 3 Б классу города Бельц. Привет Дарье Виноградовой, Еве Рабушка. Привет подружке Даше и подружке Маше. Привет Лежнина Ярославе, Валерии Тарасенко, Лесниченко Алине и Проказовой Лере и 30-й школе. Привет передается Шаповаловой Ангелине от Насти Погребенко. Привет маме Марии, сестренке Таисе, папе Евгению и собаке Барону. И последний у нас приветик летит Насте Махортовой. На этом приветики наши закончились. Видеоурок уже подошел к своему завершению. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч в моих новых видеоуроках. Всем пока!